Они, это ваша семья, они будут тебе свидетельство, а короткое время я буду выбирать эти.我叫申旭吉，各位弟兄姊妹，你们好，我们很高兴和你觉得是非常的荣幸，感谢我们的神，因为神，我们是一家人。我非常高兴，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 
английское имя. Это моя дочка. 我要分享的见证是我女儿因为她十年了三年半 Ее зовут Хелен. У нее была проблема, вот, что три с половиной года никак невозможно вечером, ну, целый день невозможно спать. Вечером тоже невозможно, днем и вечером никак. Не может спать? Да. Три с половиной лет. Вообще не спал? Да, вообще не было. Очень такие серьезные ситуации. 在这个当中，我们的关系也不是太好。А в течение этих трудное время между нас отношения было очень тяжело. 然后我们在当中是非常痛苦. И вся семья сильно замучилась за этих проблем. 我的女儿Karen在这个当中也因为她十年有一年半不能上学. Но она тоже ради этого причины тоже вот отказывала от школы. Никак невозможно поступить в свои учебы. 在三年半的当中，我们似乎好像在过一个地狱式的生活。 Для нас семья каждого эти три с половиной года это как прямо на ад. 每天 страшно. 每天晚上呢，她到三点至五点钟这个时间，到家里头。Она начала так кричать сильно, так очень страшно, такие эмоции. 因为她不能无法睡觉。 И постоянно сильно плачет, невозможно даже секунду закрыть свои глаза. 在这个期间，我们她每天要去看医生，中医、西医，她都要去。Мы каждый день все взяли ее с собой, чтобы каждый день к врачу, ну по-разному, и это назад на китайский медицин по-разному, все по полу. 付上了我们昂贵的那个药费。 Семья все тратила ради этого слабости. 使我的那个积蓄全部都清光了。 У нас даже больше деньги ни копейки не осталось. 然后他自己的皮肤也满脸都生了很多疮。Ее проблема, чтобы не только невозможно спать, еще чтобы на лицо там очень страшно выглядится. 需要戴口罩, она, 不能上学. Даже невозможно просто с людьми встретиться. Она все закрыла свое это, вот, лицо, чтобы люди не видели. 当时非常痛苦。 我每天晚上，她也不能睡觉，我也陪着她不能睡。 Она тогда целый день так сидит и особенно ночью начинает так плачет, кричать, и вот я мне на сердце тоже разбил, я тоже рядом с ней так и буду. 我每天晚上就跪在地下痛哭流涕的向神祈求。Чтобы я только на ногами просто рядом ней, чтобы молиться за ее молиться. 在这个当中，也因着这件事，让我对神有了刻骨的心。 Но хотя бы по человеческой зрения, чтобы это такой же несчастный случай. Для каждой любой семьи, я думаю, что тоже очень тяжело. Но для меня, по духовной вот, стороне, я верю, чтобы Бог через это мне сильно благословило. Потому что через такие же страдания я начал искать поближе к Богу. И искать Божье лицо. 感谢神在2014年的1月13号，借着一位姊妹让我认识耶姆斯。 Слава Богу, что я была в 2003 году, 3 января, я встретилась с она сестра во Христе. Она мне познакомила через ней, чтобы пастор ел. И через его служение, вот Бог освободил и исцелил мою дочку. 耶牧师的那天晚上的早晨的
6点钟，然后他就开始可以睡觉。两点休息人不都不明白的其实我把他们是两点醒来的给是刚刚醒了的把他们是大家把手机上买的是咱们都去的и она уже можно спить до 6 часов утра. Это чудо, это чудеса прямо для нас смерти. 第一天大约六点到八九点钟，早晨八九点钟她醒了，然后慢慢的就逐渐那个睡眠就开始加长，直到有一段时间维持在一两点钟睡觉，睡到早晨。Начало, чтобы первый день, она до 6 утра.Так немножко лежал спать до 8 утра. И потом, каждый день, и лучше, и лучше. И то будет, сейчас она совершенно нормально уже. Аллилуйя. 后来他以前上教会，他从小就上教会，小的时候我就奉献给神，但是他是去玩儿。但因着这件事，他现在对神也很渴慕。Она с детства тоже, у меня всегда с собой взяла, чтобы она со мной была в церкви.Но это для ее, это духовный рост никогда она не раз тут не было, потому что она просто туда гуляла со своими друзьями, так и несерьезные, так верно Бога. Но через этих случаев она тоже начала обратно к Богу, искала Божью помощь. 哎，在这个医治的过程中，神给他的医治过程中，直到去年的年底有一天，他可以第一次在晚上十点半能睡着。До прошлого года, 去年几月？年底。конца года прошлого. И она всю жизнь первый раз, чтобы 10 часов вечера так нормально все спать, ну до утра. Совершенно нормальный человек, так как остал.我们很感谢神，今天神开始兴起他，开始建立他，他开始很自觉地去灵修，也对也开始很关心年轻人的生命。Раньше я всегда так ругала, чтобы она каждое утро со мной вместе молилась и читала Библию, изучала Библию. Но она часто найти любое угодное причину, чтобы отказ мне убежала. Но после этих случаев Бог тогда ее исцелила.И она начала сама очень рано и начала искать Божье лицо, молиться. И сейчас вот особенно Бог положил сердце на нее. Она начала вести так и свидетельство для своих вокруг друзья и особенно для молодежи, это чтобы они тоже получили спасение. 我开始为她我希望能将她献给神，将来能够成为神的侍女。我在为她祷告，我好想献给我们的神。Как Авраам божил за свой сын, я тоже божил за ей, чтобы она всю жизнь служила Богу. Я тоже хочу тоже молиться, чтобы Бог помиловал ее жизнь, чтобы через нее служение тоже там это служило молодежи.我归这个荣耀归我们的上帝，谢谢。那всю славу для нас Господь, 就是为我们。当我经历了 这场很不开心的三年半的之后，经历了三年半的两年，那个是三倍觉，я верю, что очень важно на моей жизни тоже。我感觉到每天可以。呼吸到新鲜的空气，还有可以睡觉，是无比的幸福。Слава Богу, после этого случая я начала приготовить Бога для всех. Как до этого я не знала воздуха, Бог когда сотворил такие же прекрасные небо, земле. Я даже не заметила, не унималась за этих случаев. Я, потому что должна дать мира. Но после этих случаев для меня, для всех приготовителей, такие сердца было прямо.从前我是一个人生没有目标，然后对神也不会特别的，Раньше я была такая, хотя бы, ну, как форма, прямо, так и верующая, хотя бы с детской, с мамой, вот, часто в церкви, но между я и Бога у нас совершенно не было какие же личные отношения. Я его не знала, просто по форме, как религии.但这件事让我重新思考，人生的意义是怎么样？我活着有这个健康的时候，我应该去做什么？Но после этого события, эти случаи, я начала приговорить за здоровье, за каждого, чтобы вокруг меня,
верю, чтобы это же тоже не случайно. Воля Божия, все там у меня, это прекрасно. Бог правда, Он хотел благословить нас. Просто мы люди, мы не поняли, не заметили за этого. Даже не было сердца благодати за этого. 既然神要我经历一场这个事情，让我从中经历到他的神迹，一定有他的美意。 Я верю, чтобы просто я благодарить Бога, чтобы Он отдал мне это здоровье. Это чтобы я начал думать, что это здоровье для меня именно. Это не просто мои личные это дела. Это должна, чтобы через это здоровье, как служить Бога. И любая вокруг ситуация, я нашла причину. А почему так было? Потому что и Бога, Божья воля там. Он хотел, чтобы мы узнали и благословил, вот, и служил Ему, и благословил вокруг этого мира. 我明白到神的心意是想我们去尽心尽力去爱他，去侍奉他。 Я поняла, чтобы Бог так благословил нас все. Это Его воля, чтобы мы во все сердце доверять Ему и служить Ему, и славить Ему. 所以我决定把我将来的日子，我的人生都交给主的手中，然后去全然的奉献给他。 Я уже решила, что моя вся жизнь, все каждую секунду в этой земле, я все больше творю на Господе, вот мой исцелитель и спаситель, чтобы я хочу только жить для Него. Это мое сердце. Меня зовут Анжел. Я 15岁. Мне 15 лет. 我因为我妈妈，所以跟着客户，神。Слава Богу за мою маму, потому что если это она не была моей мамой, я не могу так как осталась верующей. И Бог через маму мне сына благословил. 我在妈妈身上看到很多异象，还有看到她的变化。 Я видела мама ее жизнь как изменяла. Тогда она начала вот искать Бога, ближе с Бога отношения. Я видела, ее все изменяло. Характер, всю жизнь, каждая даже смерти. Я удивилась, думаю, что надо же, даже если она может так изменять только Бога. 还有我在家庭之谈的时候，唱那些诗歌很触动我，我想为主做事。Каждый раз у нас семья мы вместе поклоняемся Богу。 Хвалите Бога, эти песни, эти прославления, мне сильно касаются моей души. Я тоже хочу, чтобы жить для Господа. И Бог мне открывал духовные глаза. Я увидела очень много видений ангела Божьего и такие же необычные случаи. Поэтому вот Бог реальный, Он живой Бог. Великий Бога. Аллилуйя.